везде нужны. Блять, обычная химия стоит 50 голды банка. Вы что, рофлите, что ли? Что-то поёт там что-то, блядь. Это все это шизофрения. Кто на чё учился? Каждому интересно. Так, ну-ка, подожди, хватит мои фразы цитировать. Пожалуйста. Не надо, я этой фразы уже давно не вспомнил, блядь. Я сегодня чулан, но это то, что сам и говорил. Ты скопировал, папа. Появился. И челик появился. Ему пятую кату, да, надо? Да, наверное. Все, сейчас царь скажет, я пугов вагонить не пойду. Ищи да. Человека с гильдии. Мы его кикнем, да. На 2%. Царь это вообще попрошайка. И так два алицита получил. Так мы еще в РБК были, два оранжевых камня я сролил, он сразу обмен кидает. Я, говорит, никуда. Так правильно, я такой ходил за поясом. Да, я 2 сердолика взял. А ты своим паладином бомжачим, блин, забил. Конечно, когда я 2 сердоля взял, я думал, он меня съест. Мне пришлось сердоль ему отдать просто. Так, здравствуйте, я хожу такой ДПС, блин, кроме какой-нибудь ешь, мой босс, я хожу не танчу, да, я там салупой ковыряюсь, царец, что же как-то. Так, нет, все по-честному, один тебе, один. По-честному. На пенек сил косарь отдал, а ты что думал? Бля, спасибо, что напомнили про этот аукционный чек. Где этот босс? А, вон он. Лочдан, давайте лочдан. Суманил и поехал. А, ну это да, самый сильный босс. Так, все, на пол. Давайте. Да я даже не бафнулся еще. Сейчас бафнусь. Подождите. Сука. Бафнулся. Я вызову собаку. Да, вызывай. Ё-моё, как быстро он вздыхает. Хотел вам дать прожимку. Я думаю, ЕП-300 хотя бы. Я согласен, мне лично. У кого самый большой дамаг, тому и больше всего ЕП. Согласен. Пал такой не в курсе. В смысле чулан? Вообще-то я 17-400. А когда мне чулан кинул, рейд, там было 15 человек. Он реально умер за 5 секунд, нахуй. Там больше 5 секунд даже он... Так, камон, здравствуй, посмотри, Фрика, вот мы с чуланом победили вдвоем, все, больше никто. А ты успел 5 стаков настакать? Нет, конечно. Я иной раз, вот мы в РБК идем, такой вот, начинаем бить, там, у босса лям 600, такой вот, оканчивается мой, я смотрю, 3 стака, замечательно, хорошо. И такой, прист, а че у тебя в Т5 такой ДПС маленький? Мне хочется сказать, иди нахуй. Пытка максимальный крит 13 кусков, вампирик 13 кусков, ну да. Пятая карта, офигеть. Теперь можно... Ну все, поздравляю, можешь идти эти РБК фармить. Ну, можешь... Это, вагониться. Рекомендую дисциплин приста для подобного рода вещей сразу. Скоро будет кара по квесту за одно КД, как мы делали. Погибель пропускали с фаршоком. За... В смысле, а где символическое расстояние? Ну, кара это так, не знаю. Хотя, если Карл ходить, 9 человек одеты и один вагон, это, в принципе, весело. Тогда можно даже 2 и 3 вагона брать. Одно.